улице жара вообще невыносимая, просто гулять нереально. Хоть мы гуляли, старались так в тиге, но все равно Настя долго не поспала. Такой жарой, конечно, кушать не особо хочется. Я сейчас хочу приготовить смузи. Я уже помыла, почистила хвостиков клубнику, банан, взяла молоко. И хочу вот сделать смузи. Все, и сейчас на режим коктейля. Все, мой коктейль готов. Можно выйти на балкончик, пока Настюшка занята. И пару глоточков с наслаждением сделать. Хочу сейчас навести порядок дома, потому что вчера, как приехали с дачи, еще только половину вещей, только детское разобрали. Здесь у нас все должно еще все в стирку. А детское постирала. Все на балкон развесила. Сейчас покажу. Вот. Так что детское высохнет. И можно постирать взрослое, потому что на сушилке нету места. Вот, все, попьем коктейльчик. И буду заниматься делами. Кстати, запустила там, закрыла дверь робот-пылесос, потому что, когда робот-пылесос работает, и Настя на полу, это просто две несовместимые вещи. Сережка уже пришел с работы. Мы тут начинаем потихоньку наводить порядок. Я запускала пылесос, пропылесосил все. Сейчас раскладываем одежду. Все. Вот. Настюшка в ходунках. Открывает, закрывает дверцу. Тут ходит. Вот. А я сейчас хочу приготовить тосты. Поужинать, так сказать. Так. И хочу попробовать вот такой вот творожный сыр с вялеными томатами. Настюше буду, наверное, делать. Кстати, на обед я сегодня варила первый раз вот такую вот вермишель и хайнц. Они стимулируют жевательные навыки. И она, кстати, вот с удовольствием очень поела. Я смешала с овощной и мясной пюрешкой. Ей очень понравилось. Она, правда, в основном, они развариваются, такие мягкие. Она в основном глотала, но что-то останавливалось и жевало. Так, а сейчас я, наверное, буду делать кашку вот такую, с тыквой. С тыквой пшенично-кукурузная. Вот такие получились бутербродики. Вот с этой вот пастой. Так что можно
пойти на балкончик и попробовать. У нас уже вечер. Я закрыла Сережу с Настюшей в зале. Они сидят, занимаются. А я, чтобы их не отвлекать, решила показать, что я с собой беру на улицу в коляску. Вот, кстати, напомню, у нас коляска Cybex прям кои. Мы выбрали эту коляску просто сразу же, как только увидели, даже по другим магазинам не ездили, потому что я в нее просто влюбилась. И я, и Сергей, просто вот даже сам дизайн, мне она очень нравится. Мы вот любим все такое необычное, так сказать. Хотелось что-то такое вот. Ну, я вообще крайне категорично была там красных колясок, розовых. Для меня вот я хотела что-то такое вот модное, стильное, современное. И вот мне вот эта коляска показалась прям само то. Это сейчас у нас стоит прогулочный блок. Вот, ну и также делается в лежачем состоянии. Вот, да? Вот там несколько позиций делаем. Вот. И вот мне очень понравилась вот эта вот тоже вышивка ручной работы. А сейчас покажу, что мы берем с собой на улицу, на прогулку. Я сейчас стала вешать вот такой вот грызунок. И всегда после улицы прихожу и перед всегда его обрабатываю. Вот, очень удобно и погрызть, и поиграть. Слышите? Так. Самое главное, первое, это вот такой вот я приобрела антисептик для рук. Он несмываемый, антибактериальный. То есть очень удобно. Мы когда выходим с подъезда, с лифта, я сразу обрабатываю руки и ручку вот эту. Так, антисептик. Затем у нас я выделила пару игрушек, которые мы берем на улицу, и я вешу ее на коляску. Это вот такая вот подвески. Они очень удобные здесь на кольцо. Вот так вот сюда вот вешать. Они защелкиваются. Или вот сюда ближе. Далее беру с собой сейчас муслиновую пеленочку, накрываю. Также беру вот такой вот очень пледик. Даже на даче вот против комаров, против насекомых, когда она спала, я вот так накидывала этот пледик, он хлопковый, вот в такой вот, как, типа как москитные сетки. И вот закрывать очень удобно. Вот. Также теплый пледик у нас лежит, ну не знаю, сейчас его брать или можно выложить. Ну, в принципе, пускай еще будет. Так, и вот такая вот, это вот из пледов. И вот такая вот сумка. Она тут на ремешке тоже, я ее иногда на плечо или так. Так, влажные салфетки для девочек. Затем бутылочка, но она сейчас пустая, перед улицей наполняю всегда чистой водичкой. И, кстати, бутылочку всегда беру, вот, чтобы была с ручками, потому что она иногда, когда засыпает, пьет и засыпает, так держит эту бутылочку, я тихонечко убираю, то есть удобно. Вот, что еще? Сейчас ложу солнцезащитный крем, у нас вот такой вот, Бюбхен. Это не крем, а молочко. Фактор защиты 50+. Вот, очень такой сильный он у нас с рождения. И теплые носочки, такие махровые, на всякий случай, потому что, не знаю, я всегда переживаю, мне всегда кажется, что ребенку холодно. Ну, в принципе, все. Раньше у меня лежала там карточка. А, ну и телефон. Раньше карточка лежала,
в магазин ходили, но сейчас мы по магазинам не ходим. Вот такой вот небольшой обзорчик. Вот. В принципе, все самое необходимое, ничего лишнего. Я начала хромать. У меня на даче, короче, палец с дачи какая-то, не знаю, заноза или что. Но я ее сегодня достала, так поэтому очень сильно болит. Кстати, мама купила Насте надувной круг. Вот такой. Но мы им не воспользовались, потому что... Бассейн не доставали как-то по погоде еще. Он еще запечатан. Сейчас я посмотрю какой. Так, где тут его открыть? Боже. О, красиво. Вот такой вот круг. Так что Настюша уже будет в кругу плавать. Ну, у нас, кстати, есть круг, но он такой под шею, но он уже, наверное, по возрасту не подходит, потому что он там для совсем маленьких. А вот этот такой интересненький. Вот он. Так что вот так, кстати, это матрас, это мы сегодня с Сергеем меняли белье, надо будет назад положить Настюше матрасик. Вот, так что вот так у нас прошел сегодня день, увидимся с вами завтра, подписывайтесь на мой канал, буду очень рада. Всем пока-пока!